крепко-крепко зажмурилась, говорит, чтобы у меня эта картинка навсегда осталась в памяти. Потом открывает глаза, она опять дома в валенке. Вот такие вот чудеса у нее произошли. Второклассники внимательно слушают сказку о приключениях черепашки Дуськи. Ее им рассказывает автор Екатерина Короткова. Это встреча клуба друзей авторской анимации с юными читателями. Для нее 99-я по счету. Впрочем, ни одна не была похожа на другую. Сегодняшняя отличалась от других тем, что в рамках клуба друзей анимации, мы говорим не только о моих книгах, но мы говорим о мультфильмах, о том, как их создают, какие люди участвуют при этом, посмотрели интересные мультфильмы, обсудили их, поэтому встреча, каждая встреча всегда разная. И каждая встреча надолго остается в памяти мальчишек и девчонок. Екатерина знает секрет, подрастающее поколение важно заинтересовать. Одного чтения мало, нужен интерактив. Когда ты приходишь и говоришь, ребята, у нас тут рассказ, давайте почитаем, это, конечно, неинтересно. Но, как вы сами видели, у нас есть, у меня есть те варианты, когда можно и подумать, и порисовать. Мы на занятиях даже ставим театральную сценку по одному из моих рассказов. Мы даже бегаем эстафеты там, где это возможно. А еще дети любят мультфильмы. Это автор детских произведений тоже хорошо знает, сама мама. Вот и в 4-й библиотеке без них не обошлось. Тем более, эта встреча – часть творческого проекта Академии анимационного искусства имени Хитрука. «Соль мира», она мне очень понравилась, потому что там было и соль, и перец, и там такая переделка случилась, то, что все поссорились, но потом все получилось. Все, всем стало, все хорошо, и все подружились опять. Алексей признается, читать любит. В числе любимых книг – рассказы Носова. Мальчик уверен, книга должна быть захватывающей и поучительной. Чаще всего юные читатели отдают предпочтение произведениям из школьной программы, говорят сотрудники 4-й библиотеки, и подчеркивают, среди их посетителей детей больше, чем взрослых. Веб и принцесса – это такие самые любимые направления девочек. Мальчишки приключения любят. Приключения в школьной, по школьной программе. И читают дальше, если им нравится. Впрочем, современная библиотека – это не только книги, но и различные мастер-классы и мероприятия. Например, в Одинцовском округе клуб любителей авторской анимации только за последнее время провел 10 подобных встреч. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».